Европейский комиссар по вопросам торговли представил своему начальству дополнительное разъяснение по поводу своих передвижений и занятий на прошлой неделе в родной Ирландии. Фил Хоган извинился за свое участие в праздновании юбилея гольф-клуба, которое проводилось с нарушением мер по борьбе с коронавирусом. На ужине там присутствовало около 80 высокопоставленных лиц. Некоторые из них после этого ушли в отставку. В Дублине раздаются призывы к Хогану поступить так же. Он написал: «Я полностью согласен с тем, что данное мероприятие не должно было проводиться и что я не должен был присутствовать на этом ужине. Но, насколько мне известно, я соблюдал правила общественного здравоохранения Ирландии во время своего визита». Конец цитаты. Теперь председатель Еврокомиссии должна решить, достаточно ли этих объяснений для того, чтобы Хоган остался на своем посту. В противном случае Урсуле фон дер Лейен придется произвести перестановки и назначить нового еврокомиссара по торговле в период переговоров с Соединенными Штатами и Великобританией.